Ребятки, всем приветики! На канале Телевели Kids сегодня играю в ПК-XD. Как всегда, я очень люблю танцевать, но одна-одинешенька, ребятки. Как вы думаете, мне будет скучно сегодня или нет? Та-дам! Всем привет! Ой, приветик, мармеладка пришла меня развлекать, как здорово. Ребятки, видите, я буду не одна. И еще тут, ух ты, тут потанцульки такие. Хелен танцует рядом со мной. Кстати, обновление вышло, поэтому, как вы знаете, я люблю обновления и люблю заходить и смотреть, что же новенькое. Лиза, ты уже знаешь, что новое в этой игре? Да. Добро пожаловать на событие Кэппи Пауэр. Ух ты, разучивай движение и давай танцевать. Конечно же, мы готовы к таким сюрпризам, которые есть в магазине. Так, появился новый дом. Ребятки, я хочу этот дом, Лиза. Я тоже. Тоже? Так что, ребятки, будем организовывать вечериночку. Так, также есть у нас музыкальный аппарат. И капибара вернулась, питомчик. Какой классненький питомец. Новые настройки, в общем, все круто, как обычно, обалденное обновление. А сейчас я хочу, чтобы ты вместе со мной посмотрела, какой же у меня питомец будет. Я еще на Новый год покупала капсулу. Иди ко мне. Интересно, что попадется тебе? Какой питомец? Да, кто же это? Смотри, какая лежанка новогодненькая. Итак, открываем. Интересно, кто же здесь? Кто? Это зимний пес. Вот вау! Так вот. Особый зимний песик. Я так люблю собачек. Какой он няшный, красивый питомчик. У тебя есть уже такой зимний песик? Да, уже на 5 уровне. А я не успеваю играть, не успеваю растить питомцев. И все они у меня такие маленькие шарики на 1 уровне, которые... Так, ну что? Бежим смотреть новенькое что? Да. Так, ну вот, я телепортировалась за мармеладочкой, которая меня привела сюда в центр города. И что здесь? Куда? Здесь новые костюмы появились. И кто это такие? Кто это такие? Танцоры? Там лысый дредбой с вот таким вот нарядом и еще какой-то чувак. Чувачки такие, значит, такие наряды. А для девчонок есть наряды или только такие для мальчиков? Для мальчиков. Там, ну, для девчонок есть. А, это тот домик, классно, в него можно зайти. Ух ты, вот здесь вот мы устроим вечеринку. Кстати, ребятки, я напишу в комментариях, во сколько мы устроим вечеринку. Сегодня приходите, я куплю такой домик, куплю мебель. Есть мебель какая-то с этого обновления, да? Ну да. Ух ты, круто, так что, ребятки, приходите, поиграем, повеселимся. Потусуемся! Потусуемся, конечно же. А мы очень любим танцевать, да, мармеладка? Да. Да, классно. И мне очень нравится, что я могу вот этой вот звездной палочкой пускать классные мыльные пузыри. Отличные пузырики, звездочки получаются. Тебе нравится? Очень. Еще и такой наряд классный. Наряд? А я только хотела сказать, что у тебя классный наряд новогодний. Так, а что у меня здесь вот есть еще? Я хотела выбрать скейтборд. Так, этот скейт... Даже это не скейтборд, это... Сноуборд. Сноуборд, да. Ну, снега уже нету, ну, будет... Будем считать его сноубордом. Ребята, у меня столько, такая коллекция всяких классных, крутых атрибутов, штучек всяких. Я даже не знаю, что они из себя представляют. Ну, ты, Лиза, молодец, конечно, ты все знаешь в этой игре, да? Ну, ты да. Крутяшка. Я очень часто захожу в КХД, можно сказать, каждый день. Да, у тебя и друзей много, видите, а ко мне никто не пришел, да, потому что я очень редко захожу. Почему так я не успеваю? Ребятки, каждый раз говорю, что буду чаще играть. Беги за мной! Я лечу, ты где? А, к роботу бежишь, а что там? Сейчас все увидишь. А что тут? А что тут? Ну, обычные аркады, да? Ну да. Ну да. И Фрейзен Фан. Да. Фрейзен Фан. Ничего себе, ее сохранили, эту игру. Круто. И, кстати, я забираю подарочек, потому что я воспользовалась функцией телепортации. Отлично, здорово придумали, что есть ежедневное, еженедельное задание. Это вообще супер, чтобы заработать много и самоцветиков, и, да. И монеток. Да, так разбогатеться можно. Да, разбогатеть можно, конечно. Так, поцелуйчик сплетнику. Ух ты, у нас тут и сплетницы есть, и сплетники. Классно, так, нас заснимают, Лиза. Принимай красивую позу. Эй, сейчас, вдруг ты когда подпрыгнула, он тебя сфотать успел. Да? Посмотрим фоточку? Давай. Ну что, ты попала в кадр? Ай, нет, как раз... Твои ноги только в кадре. А ты половину попала.
попала. Ну ничего, да. Зато сплетник во всей красе. Так, ну что, сплетнику приветик. Если посмотришь это видео, тебе приветик. И сердечко. И сердечко, конечно же. Так, кстати, мы опять попали в кадр. И вот мы вдвоем с тобой. Да, ты в телефончике, а я стою моделька. Да, моделька. Конечно же, тоже лайк в ленту сплетника. Спасибо за то, что нас фотал. Вот такие вот мы крутышки. И любим веселиться. Так, кстати, я хотела... купите еще одну капсулу с питомцем. Поехали? Поехали! Я еду, а ты бежишь? Да. Итак, заезжаем сюда, залетаем. И где же тут капсулу? Так, хочу особую капсулу. Капсула питомца. Так, кстати, доступна через 8 часов. Эта капсула еще недоступна. Что же там будет? Так, через 8 часов точно зайду и куплю. Ну, пока можно будет купить вот эту другую капсулу. Золотую. Золотую мега-капсулу. Там тоже классные питомцы будут. Да, у меня, кстати, из легендарных есть единорог и... конфетный. Конфетный-то я покупала. Из легендарных у меня единорог обычный и черная пантера. А у тебя какие есть легендарные? Единорог. И все? Нету больше никаких там огненных, нет? Нет, у меня только единорог. Уже на 5 уровне. Будем надеяться, да, ребятки, держим кулачки за то, чтобы у меня легендарный питомец попался из моей золотистой капсулы. А сейчас я хочу принарядить своего песика. Так, песику я хочу купить. Что? Вот эту вот шапочку-единорожку. Прикольно нравится. Смотрится. Ну хорошо. Как тебе песик? Нравится эта шапочка? Очень, он такой милашка. Может, надо было все-таки зимнюю какую-то ему купить. Ну ладно, и так я думаю, что он будет доволен. В такой шапочке. А сейчас я вот показываю, кто у меня есть. Тут все такие малыши. Одна черная пантера 5 уровня. И черный кот. Черный котик есть, но он маленький. Конфетка. У меня, кстати, конфетный единорог тоже 5 уровня. Но я хочу все-таки дорастить мантикору, поэтому со мной сейчас прогуливается мантикора. Тебе нравится, кстати, мантикора? Очень. Куда я поехала? Куда я поехала? Я запуталась. Итак, выезжаем. Вылетаем. И что здесь еще есть такое красивенькое? Так, кругом красота. Кстати, мне со снегом очень нравилось. Мне тоже. Правда? Еще и каток был. Да, еще такое и сноуборды, было... а теперь их нет. Обалденное было зимнее обновление. Я бы хотела, чтобы его еще дольше продержали, но уже все закончилось. Да. Ну что, танцуем? Ну давай потанцуем. Выходим на сцену. Так, там уже кто-то зажигает рейв. Итак, Мармеладочка, ты что там делаешь? Танцую. Еще и музыку включила. Ну давай. Это вот этот новый автомат музыкальный? Да, там автоматы и там есть музыки, можно включать. Ну и вот наши танцы, ребятки. Если хотите, присоединяйтесь и тоже играйте в эту игру. Ну что же, ребятки, если вам понравился видосик, поставьте лайкосик. И подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики Телевилли. Спасибо, Мармеладочка. Ну что, ребятки, всем пока-пока. Пока-пока.